Привет, мальчишки, привет, девчонки, ребятки! Как же я давно не играл уже в моего говорящего Тома 2. И я открываю игру, и что я вижу? Испытание еда! Челлендж еда! Кто скушает больше? Мой говорящий Том или его питомцы? Это очень и очень интересный выпуск, поэтому досмотрите обязательно до конца. Так, ребят, и кстати, не забывайте, если вам нравится мой Том, ставьте лайк, пальчик вверх под видосиком, подписывайтесь на канал. Привет, Том! Привет, питомчик! Привет, мой хороший! Ребят, так, Тома надо срочно отвезти в туалет, потому что нужно перед испытанием прокакунькаться. Прокакунькаться, давай, дружище, выдави из себя все лишнее. Фу-фу-фу, навонял, действительно. Не, ну ты настолько вонючий, что я тебя решил покупать. Ты должен быть чистым-чистым, когда участвовать будешь в челлендже. Так, ну что, ты готов, друже, Бобер? Ты готов? Так, ребят, он хочет спать. Сразу выпьем эликсир, чтобы никакого спанья. Так, полицейский Том, ты мне, кстати, не очень понравишься. Идем сюда. Быстренько все убираем, ребят. Это все лишнее. У нас Томчик будет сегодня. Том как Том. О, друже, вот таким ты мне нравишься. Идем, идем, идем. Так, ребят, нам надо с вами найти эликсир. Знаете какой? Я вам сейчас покажу какой. Вот этот вот. Я ненавижу, когда мой Том здоровый. Я люблю, когда умрет этот вот котенок. Так, испытание еда. Да стартует челлендж. Трум. Пироженка. Раз, два. Ребят, он жрет. Так, теперь питомец. О, у нас есть третий левел. Поздравляю тебя, Вадим. Так, ребят, у нас испытание челлендж продолжается. Тортик для питомца. Тортик для Тома. Тортик для питомца. Тортик для Тома. Мороженое. Мороженое для питомца. Ребят. У нас первый приз. Крутить барабан. И мы получим сейчас коктейльчик. Волшебный коктейльчик. Пять коктейлей или что? Офигеть, как классно. Вау. Коктейль, пей, Том. Пей, питомец. Сейчас у него цвет. Смотрите, ребят, какой красивенный цвет. Пироженка для питомца. Пироженка для Тома. Молодцы, мои хорошие. Перчик. Том, для тебя перчик. Так, для тебя перчик. Дайте воды, дайте воды. Мороженое пойдет. Бери мороженое. Нямц, нямц. Том замерз. Фух, я его спас, ребят. Нет, Том все, ребят. Том все. А питомец, питомец хавает. Красавелла, апельсинку. Том, будешь апельсинку? Ребят, его надо откупать. А ну быстро кушай апельсинку. Не хочешь? А бананчик? А инжирку? Ребят, наш питомец выиграл челлендж. Потому что Том обожрался, ребят. У него, наверное, вздутие живота. Это 100%. Так что выиграли. Ребят. Вот это да. Эликсир. Это то, что нам нужно. Ребят, и еще у нас одно будет испытание. Еще одно. Том, ты проголодался, надеюсь? Ребят, Том вообще ни в какую. Его надо на унитаз. Срочно на унитаз. Так, виноградинку. Ребят, Том вообще не участвует в челлендже. Офигеть, участвует в челлендже только наш питомец. А, тортик. Тортик. Ребят, Тому все, Тому хана. Так, ну на, Том. Ребят, он вообще заболел. Так, срочно, аптечка. Укол. Да давай, микстура. По жопе дать. Не, ребят, встал. Сладкая вата, Том, ты будешь сладкую вату? О, банан будет, банан. Ура, ура, ура. Банан. Нет, ты банан. Ты банан. Ты банан. Ты банан. Так, ребят, питомец заглатывает просто все подряд. Меня уже и еды туда нету, а Том не хочет ничего. О, Том выпил какую-то ерунду. Теперь он голодный. Ого, ребят, он теперь начинает. Ого, он сейчас победит. Капец, что? А пироженка? Ребят, у Тома открылось второе дыхание, и он жрет все подряд. Так, питомец не отстает, питомец начал кушать грибы. Кто же выиграет? Кто же выиграет? Том, ты, давай, я на тебя ставки делаю. Дружище, Том, апельсинку. Ребят, и обратно Том проигрывает. Нет, нет, дайте еще попить Тому. Ребят, питомец выигрывает, потому что он жрет все подряд. Морковку жрет, пирожное жрет. Yes, ребят. У нас челлендж закончился. Ура, ура, ура. И мы выбираем сектор приз. И в секторе приз есть поварский колпак, ребят. Это круто. Вы выиграли колпак шеф-повара. Обалдеть, ребят. Если вам понравился, конечно, попробовать. Выбрать.
Если вам понравился, ребят, наш челлендж, обязательно ставьте лайк и обязательно подписывайтесь на наш канал. Так, мы ему сейчас оденем. О, костюм кондитера. Вот такой Том теперь, ребят, супер. Все, ребят, пока-пока.